Всем привет еще раз. Итак, вот она гидроизоляция на нашем сарайчике. Это пленка, она похожа как вот на мешки из-под сахара раньше, которые были. Хочу показать следующее. Вот он вид изнутри, соответственно. Тут у нас всякий хлам из гаража. Сейчас перетаскиваю. Так. Ой, зацепился головой. Так, вот полосы видно. Вот проклейка, вот двусторонний скотч полипропиленовый. Но там внизу не проклеено, там с лестнички буду снизу вставать. Так, вот полоска, вот проклеена. И соответственно, где не проклеено, там оно вон все болтыхается. Поэтому вчера проклеивал, мне вот в принципе нравится, держит хорошо. Вся эта гидроизоляция будет на зиму здесь оставляться. Вот такая пленка. Раньше они, кстати, ее прозрачную я видел, делали давным-давно. Сейчас, видимо, вот.